уважаемые коллеги. Сегодня действительно не рядовой день, это и природа всегда замечает. Если обратить внимание, весна по-настоящему приходит не в Наурыз, не 1 марта, она именно вокруг 8 числа уже начинает разогреваться и все по-другому чувствуется. Это день особый, он особенно виден по такой суете мужчин, когда смотришь в глаза, у них почему-то такой обрадующийся взгляд. И смотришь на себя и тоже чувствуешь, что ты в чем-то виноват. Это такая удивительная вещь. Но, видать, есть какая-то вина, которую мы, может быть, не можем словами высказать, но поэтому готовы в этот день говорить, делать подарки и, так сказать, понимаем, что остальные 365 дней не всегда мы можем этого делать, но в этот день мы не только обязаны, но и хотим сами. Поэтому мы вас, конечно, поздравляем, любим, заботимся о вас. И мы при этом понимаем одну серьезную вещь. Мы хотим, чтобы КБТУ был для вас вторым родным домом, потому что понимаем, что когда женщина любит, она сама делает все лучше, и даже не надо ни о чем ее просить. Поэтому, уважаемые дамы, мы вас уважаем, мы вам желаем, чтобы вы с нами себя чувствовали спокойно, и чтобы ваша работа здесь, в наших стенах, приносила для вас большое удовольствие. Будьте счастливы. Уважаемые представители КБТУ,